Здравствуйте, Исмаил Хамзатович. В этом году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под девизом «Да, мы можем ликвидировать туберкулез». Реально ли, возможно ли это сделать? Есть страны, которые находятся под тяжелым бременем туберкулеза. То есть страны поделили на развивающиеся страны, развитые страны. Где развитые страны, значит, уровень заболеваемости туберкулезом низкий. Где развивающиеся страны, там высокий уровень туберкулеза. Вот Россия после распада Советского Союза, Россия была в группе стран, как развивающиеся, с высоким уровнем заболеваемости туберкулеза. Есть определенные показатели, как заболеваемость, она рассчитывается на 100 тысяч населения. И вот в те времена заболеваемость доходила до 100 на 100 тысяч. То есть очень высокая заболеваемость была. На сегодняшний день, в этом году, в прошлом году, за 23-й год мы говорим, уровень заболеваемости в России достиг 31 на 100 тысяч населения. На самом деле заболеваемость была высокая в России, и значит, меры борьбы с туберкулезом были организованы очень профессионально, и большими темпами шло снижение уровня заболеваемости туберкулезом. В России проходил Всемирный конгресс борьбы с туберкулезом. Почему в России? Потому что, чтобы поделиться опытом работы. И была поставлена задача ликвидировать туберкулез в России как заболевание. Мы к этому стремимся, подходим. Если чисто мое личное мнение, полностью избавиться вообще от туберкулеза, наверное, сложно. Но достичь того, что будет заболевать 1-2 человека, ну, это, наверное, реально. Самый хороший показатель – это как смертность от туберкулеза. Вот ликвидировать смертность от туберкулеза, да, это реально, это возможно. Это уже будет большое достижение. И будет, наверное, какой-то минимальный уровень заболеваемости по туберкулезу. Туберкулез до сих пор остается одним из самых опасных и смертельных заболеваний. Бытует даже мнение, что за последние годы число заболевших туберкулезом значительно увеличилось. И даже есть такие формы туберкулеза, которые устойчивы к медикаментозному лечению, вообще устойчивы к лекарствам. Скажите, так ли это на самом деле? Туберкулез называют инфекционной убийцей номер один. То есть среди инфекционных заболеваний он занимает первое место по количеству смертей. Если мы говорим о том, что как он лечится, какие бывают формы туберкулеза, мы говорим о лекарственно-чувствительном туберкулезе и лекарственно-устойчивом туберкулезе. Так вот, лекарственно-чувствительный туберкулез, он, конечно, лечится очень даже неплохо, хорошо лечится. А вот лекарственно-устойчивый туберкулез, то есть микобактерии туберкулеза устойчивы к двум и более противотуберкулезным препаратам. Да, вот эти формы туберкулеза, они лечатся длительно, до 2 лет, и процент излечения там, конечно, составляет где-то половина, 50-60% излечивается. Когда в то время, как лекарственно-чувствительный туберкулез, он излечивается до 80%. Туберкулез сам по себе, он излечим. От туберкулеза можно вылечиться. Не вылечивается и переводят форму туберкулеза в хроническую, это те пациенты, которые недобросовестно относятся к своему лечению. Бывает так, что больной начал лечиться в стационаре, состояние его улучшается, и по каким-то, то ли это объективные, то ли это субъективные причины, он покидает стены стационара, таким образом прерывает лечение, происходит обострение вновь туберкулезного процесса, и уже те микобактерии, которые там остались, они вырабатывают устойчивость к противотуберкулезным препаратам, и этого больного, конечно, уже вылечить сложно. Что касается, вы спрашивали, на самом деле, уровень заболеваемости вырос или нет. Мы шли хорошими темпами снижения туберкулеза. И вот 2 года назад, как темпы снижения остановились, и по Карачаево-Черкесии он даже немножечко за 2 года вырос.
Если сравнивать с российскими показателями, да, у нас хороший показатель. Если там 31, то у нас 18 на 100 тысяч. Но в прошлом году было 17, позапрошлом 16. Ну, такой небольшой рост есть заметен. Смаил Хамзатович, а что такое туберкулез? Что это вообще такое? Откуда он появился? Это инфекционное заболевание, которое передается от больного туберкулезом с открытой формой здоровым людям. Это инфекционное заболевание возникло давным-давно, известно человечеству издревле. При раскопках у людей каменного века находили изменения в костях, характерные для туберкулеза. В Египте мумифицированные трупы, то же самое, находили изменения, характерные для туберкулеза. То есть вот издревле туберкулез существует на Земле. Но знать картину туберкулеза полноценно, почему он возникает, тогда не могли. Почему? Потому что не был открыт возбудитель туберкулеза. И вот в 1882 году, 24 марта, немецкий исследователь Роберт Кох впервые выделил и описал возбудитель туберкулеза. И с тех пор именно туберкулез выделили в отдельную группу и изучают как отдельная дисциплина. Раньше говорили так, что это бугурчатка. Что это значит? Характерный признак для туберкулеза – это образование туберкулезного бугорка. Оттуда и термин такой пошел. Ну, и, учитывая, что больные туберкулезом были истощены, называли это сухоткой, называли это больных истощенных. Если перевести с греческого истощение, это фтизия. Отсюда пошло и название фтизиатрия – люди, которые занимаются борьбой с туберкулезом. Смаил Хамзатович, а как вообще заражаются туберкулезом? Вот пути передачи какие? Ну, мы знаем, что существует несколько видов возбудителя. Это человеческий вид, его в природе до 93-95%. Есть так называемый еще бычий вид. Это вот два основных вида. Бычий вид, он поражает все виды домашних и диких животных. Так вот, человек заражается от больного открытой формой туберкулеза. Пути заражения такие, как воздушно-пылевой, при разговоре, при кашле, при чихании, при смехе. Больной открытой формой туберкулеза, он выделяет микобактерии туберкулеза в окружающую среду. Они находятся в взвешенном состоянии там, до 10 минут, и здоровый человек может вдохнуть и таким образом заразиться. Другой путь – это воздушно-пылевой, когда больной откашляет мокроту, оставляет на земле. Мокротка подсыхает, и ветром частички пыли разносятся, и здоровый человек вдыхает. Есть еще алиментарный путь. Вот тот алиментарный путь – это когда микобактерия туберкулеза попадает в организм человека через продукты питания от больного туберкулезом скота. То есть у нас есть случаи, когда крупный рогатый скот болеет туберкулезом. И вот здесь не обработанное правильно мясо, особенно молочные продукты. Если мясо в большинстве случаев подвергается термической обработке, то молочные продукты, к сожалению, такой термической обработке не подвергаются. И вот с молочными продуктами, конечно, человек может заразиться туберкулезом. А как вот себя обезопасить? Самое главное, вот смотрите, если человек заразился туберкулезом, это не означает, что он должен обязательно заболеть. Работники нашего противотуберкулезного диспансера, они практически все инфицированы. Они носят в себе микобактерии туберкулеза, но они не болеют туберкулезом. Если иммунная система человека хорошая, сильная, то человек не заболеет туберкулезом. Ну, а если стрессовая ситуация, длительно протекающая, если недоедает, недосыпает человек, у него снижается иммунитет. Часто болеют туберкулезом люди, которые мигрируют, ездят на заработки в другие регионы. Условия там работы, проживания, конечно, намного хуже, чем у постоянного населения. Они более подвержены риску заболеть. Потом есть так называемая группа, это люди, болеющие хроническими заболеваниями. Медицинские работники, люди, болеющие таким заболеванием, как СПИД, сахарный диабет, они более подвержены заболеванию туберкулезом. Если они инфицированы, то у них иммунная система слабая, и они могут заболеть туберкулезом.
То есть нужно поддерживать иммунитет? Обязательно, обязательно. Смаил Хамзатович, я вот как-то беседовала с одним из ваших коллег, и он сказал мне вот такую довольно тревожную вещь, скажем так. Он сказал, что люди, которые переболели ковидом, и у которых было большое поражение легких, в 90% случаев обязательно заболеют туберкулезом в конечном итоге. Скажите, это правда или все-таки миф? Ну, это, наверное, больше миф, чем правда, потому что, да, действительно, люди, переболевшие ковидом, и у них остаются какие-то остаточные изменения в виде фиброза, очагов в легких, то есть не 100% легкие выполняют свою функцию внешнего дыхания. И плюс к этому у этих людей, конечно, снижен иммунитет. Да, риск заболеть туберкулезом у них выше, чем у остального населения, но из практики я скажу, что вот уже прошло два, даже больше лет, да, как закончился ковид, то есть больные, перенесшие ковид, которые заболели, но их мало, их немного. Это не обязательно, они все должны болеть туберкулезом. Еще один важный вопрос, который волнует наше население, вот несколько раз вот было, что вот слышала вот такое вот, скажем так, в общении между людьми, что туберкулез, он передается по наследству. По наследству туберкулез не передается, это 100%. А почему этот вопрос возникает? Да, действительно, в наше время, казалось бы, вот век информатики, все прекрасно понимают, знают, но тем не менее, есть такое, бытует такое мнение, если вот в этой семье кто-то болеет, то это наследственное заболевание, посмотрите, один больной, второй, третий больной в этой семье. Да, у меня на практике были такие случаи, когда девочка, которая заболела туберкулезом, излечилась на 100%, повстречалась с молодым человеком, а вот когда выходить замуж, говорят, она болела туберкулезом, родственники узнают и строят разные всякие козни. Да? Точно так же в отношении мальчиков такие случаи были. Я должен со стопроцентной уверенностью сказать, по наследству не передается. А вопрос этот возникает, почему? Потому что если в семье кто-то заболел и вовремя не обратился к медикам, то он успевает заразить. А заражает он самых близких, дорогих, которые вот контакт, это родственники. Поэтому у народа и появляется, да, вот в этой семье есть такое вот заболевание. А, Смаил Хамзатович, а вот какие признаки у туберкулеза? Вот как понять, что заразился человек или не заразился? При туберкулезе все симптомы нарастают постепенно, медленно, в течение нескольких месяцев. Поэтому человек на себя не обращает внимания. Но тем не менее, первые признаки заболевания туберкулезом, как у детей, так и у взрослых, это потливость по ночам. Угу. Человек, постель мокрая, он потеет. Ну, как правило, не обращает на это внимания, или жарко было, или укутался и так далее. Вот беда в том, что не обращаем внимания. Если бы в этот период человек вечером мерил бы температуру, а температура была бы 37-32, утром нормальная температура, он встает, идет на работу, все у него хорошо, возвращаясь домой после работы, какая-то усталость, разбитость. Ну, говорим же мы все, ой, что-то мы устали. Опять-таки, не обращает на себя внимания, у него пропадает аппетит, снижается аппетит, он начинает терять массу тела, у него появляется кашель. Мужчины более чем в два раза больше болеют, чем женщина. Мужчины наши практически все курят. Они связывают это с курением, не обращают опять на себя внимания. Когда кашель из сухого переходит во влажный, и в мокроте уже появляются прожилки крови, тогда это грозный признак, они боятся и сразу бегут к терапевту на прием. Что бы в этой связи хотел сказать? Конечно, необходимо за собой следить, любить в первую очередь себя, обращать на себя внимание. Есть метод у взрослых выявления туберкулеза, это флюорография. Каждый житель нашей республики один раз в год должен пройти флюорографическое обследование, тогда могут выявить изменения в легких, характерные для туберкулеза, и своевременно лечить. Смаил Хамзатович, большое вам спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Вы рассказали очень много всего интересного и полезного. Надеюсь, что наши зрители почерпнули для себя очень много интересной и полезной информации. Ну и будем себя беречь.
Спасибо вам за приглашение. Спасибо.